Итак, всем привет, с вами Виктор Драгон, и мы продолжаем проходить Cry of Fear Memories. И в предыдущей серии мы много где побывали. Было очень много небольших важных мест, которые, в принципе, могли бы исправить. Но, в принципе, мы сейчас находимся в больнице. Больница, которая была в Afraid of Monster еще. Если кто знает, такая игра была. Так что сейчас мы с вами пойдем дальше. Закрыто. Но у меня ключ есть. It's unlocked. I'm good. Very good. Так, что тут нам надо сделать? Так, тут у нас дверь. Давайте еще посмотрим. А, тут еще одна дверь. Давайте бой сначала. Открывается. Опа-на. Щиток. Да вы что, издеваетесь, что ли? Сейчас темень такая будет, что просто я не знаю. Хоть глаз выколи. Да, вот она, та самая музыка из Afraid of Monster, блин. А фонарик-то у меня... Надо комбинировать, так. Дул. А то ни хрена просто не видно. Их ебать! Ни хрена ж себе! Вот это вы быстро! Так, а что тут ничего и нету? Зря шел, значит. Туда. Ех! Ех, ядрить! Смотрите, какие они шустрые, это капец просто. Йо, еще одна! Это мой кафетерий. Здесь недавно был. Так, а, блин, почему нельзя никак призарядить просто вот? Без фонарика, имею в виду. Ага! Ага, думаешь, я тебя не видел? Я тебя видел, врач! Где еще врачи, конечно? Так, не открывается. Open. Эх, это что такое? Ё. Это вообще непонятно. То ли тут текстурка сломалась, то ли такая голова на самом деле. Ё-моё. Так, еще минус один. Что происходит? Не открывается. Не открывай. А, блин, я забыл к нам идти. Не открывается. Нет, отсюда-то я пришел вроде бы. Ага. Да, вот давайте сразу запишемся, чтобы потом нам кто-нибудь не дал сами знать чего. И пойдем дальше. Пойдем. Опять прорыв в стене. Так, главное тут не упасть. Ай-яй-яй-яй, только не падаем. Нет выхода? Да вы что, охренели? Есть тут выход, я в это верю. Просто умри, да иди ты нахер. Я хочу игру закончить. Так, откуда? Ага. Что-то слишком прямо как-то. Люди, кажется, надо готовиться к скримеру, блин. А, нет. Блять, да ядрит твою налево. Что такое? Блять, что это? Охренеть. Прям Макс Пейн какой-то. Мы во сне Макса Пейна. Бля! Они издеваются просто на мной. Я в это не верю. Это не настоящий мир. Это все моя свихнувшаяся голова. Так, а вот опять мы в больнице. Что такое-то? Неужели об этом всем думал Саймон? Это просто будет кобздец на самом деле. Саймон.
Харе колодцы. Мне надо остановиться. Я играю с этими монстрами. Что за фигня? Да, тебе не следовало бы остановиться, а особенно вот с этим бы следовало остановиться себе. Потому что это очень опасно. Почему нет отражения? Нифига себе, я что, не материальный, что ли? Либо я просто карлик какой-то. Вот такой вот. Да нет. Блин. Чё, газ? Какой-то газ. Что за херня? Что происходит? Эй! What the hell? Zig Shadow. What? What the? Где я? Что случилось? Ходи я. Вот я сам не понимаю, где я. Вроде бы недавно был в больнице, а сейчас в каком-то... отели года 50-го. Так, ну слава богу, тут открывается. Опять мне ни хрена нет, да? Прикольно. Фонарик-то дайте, мужики. Я ни хрена не вижу, как мне тут теперь выбраться-то. Эй! Что происходит? Я еле выход нашел, ребят, это капец. А! Ну так сразу сказали бы. Что тут есть лампа. Закрыто. Тоже закрыто. Почтовый ящик тоже не работает. Теперь все в черно-белом стиле. Прям нуар какой-то. Так, здесь чего? Dark Noob. Не открывается что-то. Не знаю почему. Блин! Нахрена я в бассейн провалился? А куда мне идти-то, собственно говоря? А, у меня же ключи есть. Вот я, блин. Ладно. Через бассейн проплывем. Скульптура это полезно, особенно с фонарем в руках. И при дожде. И я думаю, тут не слишком тепло, но... Ну мы моржи, да. Я морж. Так, открываем. Ньюс. Не понял. А, это какой-то ключ от апартаментов. Так, значит, это ключ должен пойти где-то из этих комнат. Не вообще не открывать. Ага, закрыто. Открываем. Открыто. Это гуд. Но тут страшно. Я сохранюсь. Что вообще тут полезного? Потому что я вижу обычную ванну. И все. Все. Может быть, я что-то тут пропустил. Куда же надо дальше идти? А, это газета старых годов. Что тут вообще происходит? Нет, тут я уже сохранялся. Нет, спасибо. Я вообще не понимаю, куда мне нужно. Может, я что-то тут еще пропустил? Я же там в темноте полный был. Так, ну, вроде тут... Да, тут вроде тоже ничего нет такого. Так что я снова без понятия, что мне делать. Ха, нет ключей. А, да, здесь нет ключей. Я не знаю, что это. Нахрена я в тот апартамент ходил? Я только одного не понял. Там уже ничего нет. Да что ж такое-то? Я не знаю, может, что-то на дне есть. Я, конечно, сейчас сдохну, но... Опа, машина какая-то. О, что это? Это Dark Noob? Да ладно. Давай, поднимайся, мужик. Давай. Что за хрень? Я не знаю, я сейчас случайно прыгнул в бассейн и как-то... хорошо. Будем считать, что...
каждый смог бы догадаться прыгнуть в бассейн и сплавать за... А, это ручка так называется у них. Хорошо, вставляем Dark Noob. И проходим. Так, ну что, с чего начнем наше путешествие? Давайте начнем это, пожалуй, с этого этажа. Нет, тут закрыто. Тогда пойдем наверх, потому что в подвал я что-то не очень стремлюсь. Закрыто. Значит, мне надо найти будет ключ. Открыто. Дверь не открывается. Тоже закрыто. Просто замечательно. Просто замечательно. Значит, придется лезть в подвал. Ну, конечно, подвал открывается. Все закрыто, только подвал открыт. Опа, ключ. Какого хрена? Да иди ты нахер. Ага, не можешь по лестнице лезть. На, 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 на. Сдохни. Эх, ядрить. Ага. Ну это полный капец. Какая-то девка из звонка вылезла, ядрить твою налево. Только не пойми, откуда она вылезла. Так, от чего ключ-то вообще? А, от машины. Окей. Идем к машине. Так, а как нам на улицу обратно выбраться? Никто не знает. Так, где я? Ты закрыта. Ага. Машина! Мне сказали на тебя уехать. Да ладно. Это все? Ну как бы прикольненько, но не знаю, есть свои нюансы, которые я бы хотел бы уделить. Ну, первый нюанс — это некоторые баги, которые вы могли заметить, например, во второй части прохождения, где мы в госпитале просто взяли и застряли между доской около окна. А второе, это может быть даже некая нескладность сюжетная, но хотя я не знаю, был ли тут какой-то сюжет, мы просто как бы путешествовали по какому-то, как, по какой-то памяти, что ли, Саймона, не знаю. Саймон у нас играл в Metal Gear Solid, Саймон у нас играл в Freddy of Monsters, судя по его памяти, я не знаю. В общем, вот так вот. С вами был Миха Dark Dragon, тут еще какой-то Саймон Дик Драгон Нор. Ну, это не в счет. Да, в общем, с вами был Миха Dark Dragon, ставьте лайки, оставляйте комментарии, как вам понравилось, не понравилось. Это небольшое прохождение. И, в общем, всем добра. Вот так вот мы закончили, статистика наша. Всего мы проиграли, всего не написано сколько? Не вижу. А, мы прошли 6 километров, ребят, 6 километров мы прошли, прикиньте. Да, вот так вот. Время заняло у нас, по-моему, час, если я не ошибаюсь. Да, час и 55 секунд. Ну, в общем, всем пока.